были бы домой и до дома не доехали. Решили еще остановиться по пути. В Рёбеле, да, знаете же, да, где Инга родился, да, в этой деревне, где бабушка. Да, Инга говорит, его место рождения, где бабушка же здесь в Хайме живет, да, в доме престарелых. Остановились по пути, потому что здесь праздник, да, с завтрашнего дня, три дня. Такой, знаете, ну, праздник озера, да. И вот хотела вам тоже показать. Ну, и мы заодно нам, господи, делать дома, как сказать. Ну, всегда-то есть что, но можно еще три дня продлить себе отпуск. И вот остановились, и вот сейчас вам покажу обзор. Да, наших апартаментов. Ну и, конечно же, покажу, где будем гулять, да, и что будем видеть, как всегда. Оставайтесь с нами. Приятного вам просмотра. Вот здесь вход такой. И сразу вот зал и кухня вместе. Такая прекрасная. Сразу с окна покажу. Здесь парковка. Там в сад. Вот такая кухонька. Все есть. Стаканы. Доска. Тарелки. Чашки. Все есть. Холодильник. Ну, а здесь мусорное ведро. Ну, шкафы. Да. Тут вот кастрюли. Ну, а тут приборы столовые. Видите, тоста для кофемашина и чайник. Все есть. Тут вот такая прихожка с зеркалом. Здесь вот ванна. Ванная комната с таким душем. Полотенце все имеется. Здесь раковина. Это спальня. Небольшая, но хватит, чтобы поспать. Много места не нужно. Так вот. Ой, даже окна какие чистые. В сад вид. Тут еще терраса есть, можно посидеть. Ну, вот такая вот прекрасная апартаменты. Тут еще у нас своя терраса есть. Сейчас покажу. Вот здесь. Своя терраса Каманов Зицын. Можно сидеть. Выдвинулись на прогулку сына по его деревне родной, да, город, вернее, городок маленький. Но идет, все вспоминает, как он здесь как ребенком, да, гулял по всем улицам. Да, не то, что гулял, а бегал, да, на велосипеде со своим другом. Вот здесь тоже живет. Тоже встретимся, конечно, показать не буду, но встретимся с ними, да. У него тоже жена есть. И мы всегда общаемся, конечно же, да. Ну, а сейчас пойдем посмотрим, какие уже приготовления к празднику. Наверное, идут полным ходом, потому что завтра уже начинается праздник. Ну, а Инга все в своих воспоминаниях. Ein Ingo, und wie ist das, wieder hier zu sein? Schön, schön. Und an was denkst du immer? An die Kindheit. Ja. So, Jugendlicher. Вспоминает, как был ребенком здесь. И когда молодым был, да, тоже. Он здесь недалеко служил. Далеко служил
и, вернее, недалеко отсюда. И тоже здесь был. И у него первая любовь здесь была, поэтому воспоминаний много. Ну, а мы идем по деревне. Покажу вам сейчас. Вот видите, пришли к такому центральному месту, площади. Тут такая церковь. Не знаю, только католическая или евангелическая. Такой фонтанчик здесь. Видите, уже начинает все, да? Будки ставить. Да, там вон сцена, будет оркестр. Ну, конечно же, вам я оркестровую музыку тоже, наверное, не смогу показать. YouTube же все не разрешает. Ну, хоть так покажу, без звука. Видите, уже в бочках пива привезли. Вот здесь вот вывеска, да, это будет 65-й праздник, да, на этом, на озере. Ну, а мы двигаемся дальше. Вот такая тоже большая церковь, да. А то вам только показывала, да, проездом. Теперь хоть маленько покажу вблизи, как. Здесь уже, видите, колесо обозрения поставили, и там карусели все, да, на этом месте. А в этом отеле мы тоже с Ингой неоднократно останавливались, потому что на этом празднике мы каждый год почти, да, только последние вот года из-за короны не было. А так мы обычно к этому празднику всегда были здесь. Погода испортилась, с утра еще солнце было, а сейчас уже облачка, но ничего страшного. Уточки плывут. А тут, видите, тоже палатку поставили, все будет тут музыка и пиво. Все будет с завтрашнего дня. Пир на весь мир. Сейчас сюда вот пришли, посмотрим, уже еще открыто или нет. Хотим еще булочку с рыбкой взять. Вкусно всегда здесь очень. Вы только посмотрите, какие цветочки. Красота. Сейчас пойдем. Тут гражданский сад. Пойдем посмотрим. Покажу вам. Мы-то уже здесь были. Сейчас посмотрим вместе с вами. Смотрите, тоже такой старый дом, да? Скульптура. Здесь озеро. Так можно прекрасно погулять, посмотреть. Смотрите на это чудо. Юда в перьях.
Тут, видите, тоже вот поставили такой павильон. Наверное, тоже что-то будет завтра. Здесь, видите, типа театра, да? Сцена здесь такая. Тут еще такие фигурки стоят разные. Видите, как красиво сделано. Это вот из камня, да, а это все из металла. Розочки какие красивые. Так хорошо можно здесь гулять возле воды. Такой для граждан парк. Для граждан города. Там, наверное, детям можно полазить наверху. Красота. А у этого рыба во рту, видите? Хорошо, никого нету. Можно прогуляться, все посмотреть. Везде такие фигурки. А солнышко опять выглянуло. То выходит, то заходит за тучку. Смотрите, какой орел красивый. Это уже из дерева. Деревянный. Видите? И металлический. Прекрасный такой парк. Змея. Это тоже чудо-юдо. Даже перья на нем. Это тоже из дерева. Огонь из металла. А тут, смотрите, это тоже такая деревянная резная красота. Здесь парочка стоит. Прекрасно. А здесь можно к озеру. Видите, лопухи тоже здесь растут. Но они какие-то дырявые. Наверное, кто-то их жрет. А этот, смотрите, тут рыбу ловит. Видите, даже с удочкой. Вот так. Ну так, видите, можно посидеть. Тихонечко, да, насладиться озером. Здесь даже кувшинки есть. Желтые. Так, а посмотрите на эту красоту. Ну, разве не прелесть? Вот такая прелесть. Тут посмотрите, какое дерево, да? Прям вот так вот корень интересно расположился. Как будто повдоль спиленное, да? Интересно. Красота. У нас уже новый день. Вчера зашли к друзьям, больше ничего не стало снимать. Хорошо посидели, пообщались. Уже, конечно же, допоздна засиделись, там уже никуда дальше не пошли. Ну, а сегодня сейчас хотим сходить на праздник. Уже будет в 2 часа начало праздника. Сначала будет Нептун, да.
со своими русалками проезжать, да, и бюргомастер будет говорить речь, и потом будет Нептун делать, как сказать, крещение, короче, крещение озерное, да, с гражданами, да, а потом еще вечером будет такой парад, да, все будут на машинах, ну, всякие там разукрашенные, да, на машинах будет по всей деревне проезжать, еще вам покажу. Ну, я что буду снимать, тоже увидите. Das 65. Seefest hier in unserer Stadt. Zwei Jahre Abstinenz mussten wir verdauen. Ihr wisst alle selber warum. Und ja, es ist einfach toll, dass wir jetzt bei nicht so schönem Wetter hier wieder auf dem Marktplatz stehen können und die Eröffnung feiern können. Das soll ich dich auf die Bühne tragen. Keine Musik. So schön. Hallo, hallo, ja. Herzlich willkommen, liebe Bürgerinnen und Bürger aus Röbel, liebe Gäste, liebe Urlauberinnen und Urlauber. Sehr schön, sehr schön. Es gibt nachher noch mehr Möglichkeiten, mir zu applaudieren, aber fangen wir mal klein an. Все собрались в большой палатке у озера, и теперь помощники Нептуна выбирают двух женщин и двух мужчин, чтобы сделать обряд крещения, да, от Нептуна. Все это, конечно же, с юмором, да, с шутками, прибаутками. Очень интересно. Ja, dann geht auch. Das ist gut. Das ist ja, das ist sehr schön, das ist sehr schön, das ist sehr schön. So, bitteschön. Gehen wir mit dem Теперь окунают мужчину в корыто с водой, да? Три раза. Конечно же, все друзья, да, или семья все это фотографирует и на видео снимает.
Теперь дают ему вытереть голову, да? Hans-Jürgen, Messi, umdrehen. Dreh mal bitte um. Guck mal hier, wenn du von dem siehst. So, machen wir wieder. Jetzt pass mal. И теперь Нептун дает мужчине свидетельство о крещении, да, что он теперь от всей грязи в озере отмылся, и теперь у него прозвище «Самая чистая щука». Это все, конечно же, написано в этом свидетельстве, да. Ну, вот такой юмор. Вот так проделывали с каждым мужчиной, с каждой женщиной. Ну, а до этого я, конечно, не снимала, потому что очень долго их еще... Сначала им волосы покрасили, да, это было желание Нептуна. Ну, а потом вот делала обряд крещения. Очень интересно и, конечно же, смешно. Ну, а тут, конечно, можно же купить напитки. Вот такие цены у нас. Как алкогольные, так и безалкогольные. Мы тоже выпили по пиву и идем дальше.